2 февраля для кого-то красивая дата, а для кого-то роковой день. Вчера вечером на Гражданском проспекте произошла утечка газа. Когда спасатели и скорая приехали на место, жители квартиры были уже без сознания. Один человек ушел из жизни сразу. На месте происшествия побывала наша съемочная группа. Дарья Атаманова продолжит. По словам соседей, семья переехала в эту квартиру не так давно. Всегда были приветливы, ни на кого не жаловались. Но тот вечер изменил все. О том, что случилось, никто не говорит, поскольку и сами не знают подробностей. Услышали двери открываются, только приоткрыли дверь, им через было. И запретили нам открывать дверь. На последнем этаже в квартире на Гражданском проспекте 2 февраля случилась страшная трагедия. Известно только одно. Мужчина успел набрать 112. В 20:45 в ГОЧС Белгорода поступил звонок с жалобой на отравление семьи угарным газом. Спасатели приехали на место происшествия буквально через 10 минут, но, к сожалению, успели спасти только 36-летнюю женщину и 15-летнего подростка. Глава семьи скончался на месте. На место выехала следственная группа. В ходе осмотра места происшествия установлено, что в квартире эксплуатировалась старая газовая колонка, вытяжка которой была перекрыта, что препятствовало уходу угарного газа из квартиры. Следователи совместно с представителями газовой службы осмотрели квартиру и газовое оборудование, изъяли документы, касающиеся его обслуживания и эксплуатации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Если вы почувствовали запах газа, перекройте газовый кран, проветрите помещение, вызовите аварийную службу и ни в коем случае не зажигайте огонь. Дарья Атаманова, Дмитрий Ерема. Такой день на Мире Белогорья.